Прохожим предлагали надуть воздушный шарик всего за два выдоха. Причем сделать это было необходимо, соревнуясь с ведущим. Ежегодно в результате курения в России умирает почти миллион человек. Ужесточение законов о курении, запрет перекуров в общественных местах, публикация фотографий страшных последствий курения на пачках, как правило, не способны переубедить самых заядлых курильщиков. Активисты акции уверены, что человеческий призыв намного эффективнее обычных запретов. Нужно напоминать людям об этом. Нужно воспитывать молодежь на этом. Все-таки, кто бы ни говорил, все, и курящие, и не курящие люди, все уже сошлись во мнении, что курение – это вред на самом деле. Человеческий организм вполне спокойно может обойтись без этого. И лучше тратить время, деньги на что-нибудь более интересное. Например, на шарики. Все прохожие, которые стали участниками необычного флешмоба, получили в подарок воздушные шары и позитивное настроение. К слову, среди участников акции не нашлось ни одного курящего человека. Замечательно, молодцы. Я приветствую это всей душой. Я готов даже помочь им в какой-то мере, также с ними походить и поагитировать, чтобы люди не курили, не пили, вели здоровый образ жизни. Это просто замечательно.